На сегодняшний день в Анапе защиту от гриппа уже получили более 17 тысяч человек. Самыми первыми привились медицинские работники. Сейчас вакцинацию активно проходят сотрудники школ, детских садов, социальных организаций и администрации. На прививку от гриппа приглашаются все жители города. Процедура совершенно бесплатная. Для удобства, чтобы коллектив не отрывался от производства, медики готовы выезжать на предприятия. Всего в Анапе планируется привить около 50% населения. По словам медиков, этого достаточно, чтобы не допустить распространения вируса и избежать эпидемии. Для проведения вакцинации можно обратиться в городскую поликлинику на Крепостной 85, филиал поликлиники на Ленина 131 и в кабинет врача общей практики на Чехова 4К. Вакцина абсолютно бесплатная. Вот показания и противопоказания для вакцинации определяются врачом-терапевтом на приеме.